Всем-всем привет, с вами Вок Роблокс и... Лолопопка Роблокс. И сегодня у нас будет очень интересный ролик, где наши подписчики, вот они, слева направо, будут выполнять задания за фрукт, который они получат в конце. Фрукт бом-бом. Сейчас да, я вам расскажу... Хороший. Сейчас я вам расскажу правила. Так, сейчас я прочитаю правила, короче. Правила. Не использовать фрукты, не убивать и не дамажить других. Ну, пока я не скажу. Вы должны выполнять мои задания, а их всего 15. На самом деле мы сократили число заданий, так как некоторые задания игроки выполнить не могли. За каждое задание вы получаете одно очко. У кого в конце наберется больше всего очков, тот и выиграет фрукт. Еще если наберем 20 лайков на этом ролике, тогда будет новая часть, и там приз будет логи. Может быть айс, может быть, не знаю, мэра, ну то есть... какой-то из этих фруктов. Сейчас самое главное правило, ну как бы я уже сказал, то есть вы не можете использовать ни дьявольские фрукты, ни читы. Все то есть... стили нищета дьявольского фрукта использовать можно. Поэтому давайте начнем. Еще так договоримся, что вот если вы готовы к заданию, подпрыгните один раз, да. Значит вы готовы. Итак, мы так, начинаем наш турнир. Ну то есть... Что с Альберто? Ну короче... Че у вас? Иди сюда. Альберто сбагался, походу. А, ну вы же пати. Нет, у него баг, типа, у него фул хп, но он мертвый. Он не может двигаться. Да. Может быть, так, даже. Короче. Стоп. Еще один вопрос. Альберт, у тебя есть лодка? Напиши. Короче. Давай я за Альберта буду вот это задание. Так, все, ребят, все готовы к первому заданию? Всё, готовы? Первое задание. Да. Прыгните. Разен первый. Ну, тут был чистый рандом. Так, следующее задание, оно будет, ну, намного, ну, уже посложнее, чем просто прыгнуть. Итак, видите вот ту гору? То есть вот эту вот гору, где домики стоят. На счет три вы должны, кто первый заберется на нее. То есть Лупопка сейчас будет смотреть. Вы должны вот до меня докоснуться как бы. Да, то есть к нему прям подбежать. Лупопка скажет, кто победил. Давайте, раз, раз, два, три. Три. Так, интересно, так. Интересно. А, ну вот с блэк-лагом, сразу. Апа. Так, все. И первый так, первым был понял. А, подожди-ка, сейчас нам нужно подготовить следующее задание. А, да. Сейчас мы спрячем где-то мешок с 20 тысяч пели, и вы должны будете его найти. Давай тогда 2 очка будет. Ну, давай тогда в другом месте. Сейчас будет задание, где мы спрячем 2 мешка с 20 тысячами пели. Как бы, один мешок это... Один, как бы, одно очко, еще 20 тысяч пыли, как бы. В общем-то, неплохой бонус. Так, все, давайте. Раз, два, три. Поехали. Полетели. Блин. Так сразу побежали все. Блин, ну интересно. Сейчас видим, как игрок забирается наверх. Моргану. Так, вижу пончик. Бежит, а. Еще кто-то бежит, еще кто-то бежит. Там я вижу, кого-то бьют NPC. Да. Так, и бежит. Увидел мешок так, с пэли? Да, видит мешок. И... Так, первый да, первый забрали. У нас... Первый мешок есть. Это Разен нашел, Первый мешок нашел Разен. Еще один мешок. Так, еще один мешок остался, да? Подумайте, может быть я не зря на одном месте летаю. Вот я сейчас... Ну это жесткая подсказка, да, была. Может быть рядом со мной этот мешок? Так, все, бежит блэк-флагом. Даже так, первый. Что же, блин, как так, много найдете, людей, кто будет первым? Кто будет первым? Блин. Опа. Все, нашли. И снова Разен нашел. Итак, ну мы видим. Разен в этом раунде. Разен забрал целый домичка. Да, Разен в этом раунде. И как бы сразу 2 очка за один раунд, это очень легко. Но вот сейчас в задании вот интересно будет. Итак, еще, кстати, вот это вопрос к подписчикам вообще, ко всем, кто будет смотреть этот видос. Также я хочу на своем канале сделать такую рубрику, как бы hide and seek с фруктом. То есть я вот по всей карте спрячу несколько фруктов, там будет где-то вот человек 5, и они все будут искать. И кто вот находит фрукт, тот его забирает. Там могут быть различные фрукты, там логи, анкоманы, рарные, да, фрукты, вот. И задание. Заспавните корабль. Побежали. Виталий, ты же был за Альберта. Ты Альберта представлял в этом раунде. Лолопопку поставил Альберта. Лолопопка урод, ребят. А, да. Помните это? Подожди, стой. Альберт, подойди ко мне. Запиши компенсация за моральный ущерб.
Так, Эльзар, да, победил? Да, Эльзар. А, и да, кстати, ребят, ну, просто, надеюсь, все знают, что бочки покупаются вот здесь. А, и следующее задание. Купите бочку. Побежали. Так и знал. Итак, кто? Так, первый был Эльзар. Мы не заметили того, что он взял стоящую бочку, но это никак не повлияло на результат. Так, все, Эльзар 2 очка, Разен 3 очка, Пончик 1, и Альберт пока что нету очков, но я ему дал 20 тысяч. Следующее задание. Надеюсь, все знают, как скидывать деньги. То есть надо нажать на значок Пэли. Следующее задание. Это скиньте мне один Пэли. Так, кто первый? Первый Альберт. Чего? Альберт самый первый был. Альберт прям идеально, ты видел, как он сделал? Эльзар, он забирает один пэль даже. И следующее задание. Добегите до Логана. Давайте ради интереса Black Flag тут не надо использовать. Давайте. Раз. Два. Побежали, давайте. Так, блин. Так, ну все сразу... Все по лестнике побежали, кроме... Кто-то полез. Кроме Эльзара. Или Эльзара. Но тут плотная борьба. И первым у нас... Да, Ну это Эльзар был. Не, Эльзар. Вы готовы, значит, к следующему заданию, надеюсь? Так вот, я спавню Каравеллу. У нее 75 хп. А вы должны починить этот корабль. Ну, то есть просто подбегаете. То есть вы такие бежите. На него, то есть езжайте пику. И просто один раз, типа, ударяйте по нему, чтобы просто починить его один раз. Все, одну доску используйте и все. Так, раз, два, три. Так, погнали, блин, погнали. Скорее всего. И... О, Разен! Упал! И кто, и был... И... Вот, все, видел. Первый был Пончик. Первый был Пончик. На, боги, я нажим. Да, ну там у тебя... Я видел, что ты вот прибежал первым даже... на корабль, но не завязал ты именно бы, вот... Ты, да. Ты как бы просто кликнул один раз. Ну, вот, нет, есть... там даже анимации не было. Он просто как бы встал на корабль и все. Так, поэтому, что по баллам? Разен 3 балла, Пончик 2 балла, Альберт 1 и... Эльзар 3 балла. Сейчас, кстати, все, сейчас начинаются хардкорные задания. Да, такие. Поэтому давайте выйдем из сейф-зоны в... Ну, прямо вот сюда вот. То есть вот сюда. Вот на эту песчаную дорожку встаньте. Но не бейте друг друга. А следующее задание. Это сделайте ресет. На счет 3. Хотя, ну как хочешь. На счет 3 или как? Давай вот мы сейчас это задание, короче, мы вот сейчас другие задания сделаем, и потом просто скажем, это резко задание, да. И кто первый сделает, вот просто, тот... когда надо будет, я скажу, делайте ресет. Да, и все. Вот там вот. Не будет отчета никакого. За это будет балл. За это будет балл. Да. А пока что. Будет задание. Прыгните в воду. Погнали. Прыгните в воду. Так, побежать. Первый был Альберт. Альберт, да, Альберт. Первый прыгнул. Потому что он единственный тут с крыльями. Ну прям... Алло, я. Нет, там был Альберт был. Может, сейчас давай я посмотрю на записи? Я просто снимал. Давай. Мы засчитали им по одному баллу. Альберт завязал курок, и поэтому он дольше как бы летел к воде. А Эльзар как бы, ну, сразу прыгнул туда. И там как бы они прям одинаково попали в воду. Ай, блин, я тону. Кстати, подписывайтесь на группу Discord Лолубок. А, так, подожди, ребят, все готовы? Подпрыгните. Все готовы подпрыгнуть. Сделайте ресет. И... Так, первый... Блин. Я не заметил, стой. Итак, мы посмотрели VAR, мы посмотрели видеоповтор. Первым ресетнулся Пончик. Два задания осталось, и они будут, я думаю, самые сложные. У Разена 3 очка, у Пончика 3 очка, у Альберта 2 очка, у Элисары 4 очка. Все может поменяться. Как бы вот, если вы нас бьете... у нас логи, то есть, как бы, чтобы нас ударить, вам надо пробить либо нашу логию, защиту, как бы, то есть, у нас есть либо специальная шкала. Либо с помощью хаки. Да, или с помощью хаки. Итак, у нас есть лоб-ловка, то есть, вон он там летает. Вы должны именно нанести ему урон, а не попасть по нему как-то там. Так, то есть, вы должны именно нанести убегать. Урон. Но я он буду убегать. Будет убегать. На счет 3 вы за ним бежите. Раз, два... 3. Погнали. Сижу. Так, о, прям уворачивается. Посмотрите.
Так, нет, еще пока не нанесли урон, не нанесли, только логи убили. Кто-то хаки хотел попасть. Почти попал, кстати. Не попал, не попал, не попал. Я убегаю. Подсказка, если вы за... А, все, попали, попали. Попали, видел. Это, да, Эльзар. Да, это Эльзар. Это был Эльзар? Да, но тут уже у нас Эльзар, по идее, побеждает. Но все равно. Ну, подожди. Хорошо, давайте ради интриги. Два очка за последнее задание. Два очка за задание. За это задание дается 2 очка. Вот Black Leg можно использовать меч, но не хаки и не фрукты. И последнее задание, за которое дается 2 очка. Надо вам убить меня и добить. И кто добивает, тому присуждается 2 очка. Давайте раз. Раз, два, три. Три, все, поехали. Давайте поехали. Интересно. Но, а ты прям будешь, да, так убегать? Да, я буду убегать. Ну, тут именно кто добивает, кто добивает. Да, кто добивает. То есть, как бы, может убить кто-то, но добьет только один. Да. Ты первый нажмёт туда. Но вы также можете того, кто добивает, его оттолкнуть. Так, и я использую волю уже. То есть, если Пончик или Разум убьют Вока, меня, то да, будет еще одно задание. Понятно. Я в тебя тоже иногда постреляю из этого. Да, сейчас еще здесь логи. Опа! Так, что логи исчезли. Давайте, можно использовать хаки. Можно использовать хаки, можно использовать куб. Сейчас еще лопопка вам будет помогать. Эльзар побегает. Это Эльзар? Эльзар побегает. Со счетом 7 очков побеждает у нас Эльзар. У Разума было 3 очка, у Пончика 3 очка, у Альберта 2 очка, у Эльзара 7 очков. Довольно большой отрыв. Итак, вот этот бум-бум. И он... И давай. Вот. Приз. Это было очень... Эти были очень-очень крутые испытания. Да, ну мне понравилось. Спасибо вообще большое, во-первых, нашим подписчикам, да, что они участвовали в этом ролике, нашли время. Спасибо большое вам за то, что смотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в наш Discord-сервер. Подписывайтесь на Лопопку. Да. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Еще раз к вам всем большое спасибо. Мы были рады вас видеть. Мне лично очень понравилось, было интересно. Всем пока. Там Эльзар прощается. Пока. Ставьте лайки, пока. Ставьте лайки, пока. Пока. Все, всем пока. Всем пока.